Русская Каренская ярмарка продолжается. Суббота очередной насыщенный культурными, спортивными и деловыми событиями день. Он начался с приятных моментов. В главном выставочном павильоне временно исполняющий обязанности председателя регионального правительства Алексей Дедов вручил сертификаты на экскурсию по национальному маршруту «Соловьи и железо» семьям участников СВО. Одни из счастливчиков – семья Тубольцевых. Папа Сергей вернулся из зоны специальной военной операции, получив серьезное ранение. Взрослые признаются, путешествовать по родному краю и узнать об истории региона важно и для них самих, и для детей. И очень интересно. Работаю не в Курске, а уезжаю. Это время провести с семьей в экскурсию. Очень рад, что вместе мы куда-то поедем, отдохнем. По местам, тем более по местным местам Курской области. Чуть позже Алексей Дедов провел совещание с главами муниципальных образований Курской области. Одной из главных тем стало обсуждение развития населенных пунктов региона и работа с обращениями от курян. Министерствами было предложено 134 ключевых социально-экономических показателей, на основе которых проводится еженедельная, хочу подчеркнуть, еженедельная оценка деятельности муниципальных образований Курской области. Министерство по каждому показателю устанавливают планы, а также вносит фактическое значение показателей. Ну а ярмарка продолжается. До 7 июля она радушно ждет своих гостей.